Всем здорова, и в сегодняшней проверке дюпов у нас будет проверка дюпов-талисманов, и не только их. Сегодня мы проверим, будет ли работать дюп талисманов, крушителей и так далее. Ну, конечно, у меня нет талисмана-крушителя, но мы проверим, сможем ли мы их дюпать. А пока что полезная информация для тех, кто хочет получить донат-кейс. Все, что тебе требуется, это поставить лайк, подписаться на канал, прожать, конечно же, колокольчик, написать в комментарии свой никнейм, и также зайти в дискорд-сервер и поставить галочку. А вот победители предыдущего розыгрыша. Так, в общем, я не буду таить, давайте перейдем к самому интересному дюпу, а именно к дюпу талисманам. Давайте посмотрим, как это работает. Человек показывает у нас на видео, берет талисман. Дальше опять дюп с этой левой рукой. Я не знаю, как и что делают эти люди, но давайте посмотрим и попробуем повторить эту махинацию. Нам нужно просто как-то, каким-то действием, я не знаю, перетащить талисман Манеса аж в эту ячейку. Я не знаю, каким образом он это сумел сделать. Возможно... О, так, раз. Так, у нас талисман полностью опять исчез. Далее, допустим, я выхожу вообще из своего инвентаря. Далее, где у меня этот талисман? Вот, у нас опять один талисман появляется. Но он еще каким-то образом смог его выкинуть. Поэтому я опять нажимаю F. Тем самым перемещаю... Ой, стоп, эта глина нам не нужна. В разные слоты абсолютно наш талисман. И посмотрим, каким образом он у нас может появиться в руке, для того, чтобы мы его еще и смогли потом выкинуть. Ну, давайте сейчас это проверим. Так, талисман Манеса все в первую руку. Хоп, надо сразу выбрать руку, секунду. Так, перемещаем опять талисман в разные ячейки. И далее просто выкидываем. Какой красивый талисман. Если вы хотите себе такой ресурс-пак, то пишите в комментариях. Но дюп у нас, к сожалению, не работает. Следующая фича заключается вот в чем. Допустим, вашу базу рейдят, и вам срочно нужно перенести все вещи. Но вы знаете, что в максимум можно брать в инвентарь всего лишь 3 шалкера. Но для нас и существует эта специальная фича. Подходим, нам пишет, в принципе, внимание, вы можете брать только 3 шалкера. Мы открываем инвентарь и кладем шалкер 1 в создание. Далее его берем обратно в инвентарь, и вот у нас есть уже 4 шалкера. Таким образом, вы можете заставить 1, 2, 3, 4 и 3, которые будут лежать в инвентаре. 7 шалкеров. И вот эта фича реально работает. Я думаю, она довольно-таки будет полезна. Если вы знаете какие-то фичи, то пишите мне в ЛС. в любой соцсети, и я, конечно же, покажу эту фичу в следующем видеоролике. А теперь переходим к следующему дюпу. Следующий интересный дюп, или же баг, или же какое-нибудь фича, называйте как хотите, заключается у нас в следующем. Мы покупаем у рыболова удочку, которую только захотим, но я куплю самую дешевую за 1500 монет. Как мы видим, сырая треска, сырой лосось, тропическая рыба и рыба-фугу продается у нас за самое огромное количество монет. Но для этого существует очень интересная фича. Все, что нам требуется, это тэпнуться на спаун, пройти назад и найти вот такое вот непонятное озеро. И что нам требуется? Как мы видим, везде тут мы не сможем как бы плыть пластом, как это делает в обычном мире, когда вы стоите на 2 блока воды. Но тут у нас имеется вот такой вот заливчик. Мы становимся в него, лучше стать на F5 и начинаем плыть. После этого мы становимся на аккуратненько. В общем, нам нужно заплыть на эти лестницы таким образом, чтобы у нас просто не снималось хп, то, что мы находимся типа под водой. Давайте попробуем сделать это еще раз. Так, это очень проблематично, хочу вам сказать, но я пробовал, у меня получалось однажды, теперь очень не хочет это делать, да все, он встает. В общем, вам нужно делать огромное количество раз, когда у вас не получится, может, у вас получится с первого раза. Вы должны заплыть на эти ступеньки, и вы сможете тогда дышать.
И таким образом вы можете дергать удочку правой кнопкой мыши, и у вас будет ловиться рыба. Ну, пока удочка у вас, конечно же, не сломается. И, в общем, не знаю, проверяйте этот дюб-баг, возможно, оно на вас сработает, возможно, у вас просто не получится заплыть на эту лестницу. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы знаете какой-то дюб или баг, то пишите мне в ЛС абсолютно в любых соцсетях, и я вам отвечу. Не забывайте принимать участие в розыгрыше на Донат Кейс. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, ребят!